Десь небі пташечки співають, і ще питанням сповіщають про милість і любов Творця. Розвесіляють нам серця. Непевно голос в них для того, що величати Бога свого. А нас уста нараз мовчать, не бачимо Божу благодать. На пташечок поглянь, мій друже, не будь янивим і байдужим, хай намовчать твої уста, всім серцем просияй Христа. Амінь. Встречаю на коленях новий день, пошли, Господь, мне духа благодати, чтобы часы моих дневных занятий тебя не заслоняла мира тень, чтоб до заката солнца ты, Господь, за руку вел меня, как добрый пастырь, и если я спотыкнусь, не дай упасть мне, пусть побеждает дух мой, а не плоть, и на престоле сердца моего ты царствуй, Иисус, единовластно, чтоб труд мой пред тобой не был напрасный. Молю, пошли мне духа своего. Хочу, чтобы жила во мне любовь. Любовь твоя, твой мир, твое терпение. И я служила ближним во спасение. Училась чувствовать чужую боль, чтоб не осталось ничего от я, чтоб с твоей сливалась моя воля, и я была крупинкой доброй соли. Благословения просит дочь твоя. Я слышу голос твой, он для души надежда вечная и светлая отрада. Побудь еще, Христос, со мною рядом, на голову мне руку положи. Как хорошо, Иисус мой, в ранний час побыть с тобой вдвоем уже светает. Я на коленях новый день встречаю, и в сердце с неба радость пролилась. Аминь. Враг тенью по следам твоим скользит, его не бойся, он души не сломит. И если у тебя не хватит сил, вся чека встанет за тебя в проломе. На душу казача весь ад устал, умножили шады во вражем стане. Ты руки опускай, ты устал, но церковь за тебя в проломе станет. Стрела другая, что-то стрелам нет, почти не бьется, раню не и сердце. И наяву ты плачешь, и во сне, но станет за тебя в проломе церковь. Поднимутся молитвы, как стена, вокруг души измученные борьбою. Обезоружен будет сатана, он ничего не сделает с тобою. Молитесь друг за друга, Бог сказал, противостаньте дьяволу молитвой. И там, где одному не застоять, во вместе нужно выходить на битву. Не в одиночку, но в плечо, стать против злобных вражеских отрядов и Господу молить горячо, с надеждой к небу устремляя взгляда. Зачека встанет за тебя, мой друг, и враг тоже вставать тогда не сможет, но ты не упускай уставших рук и сам не сомневайся в силе Божьей. Запомни, ты не в одинок в борьбе, и церковь за тебя готова биться, но в час, когда Бог силы даст тебе, ты за другого будь готов молиться. Аминь.